24 июня Магадан присоединится к всероссийской акции «Звон Победы». В полдень в городе раздастся гудок всех автомобилей, колокольный звон церквей. По задумке инициаторов, громкие звуки будут звучать минуту. Напомним, в России 24 июня объявлен выходным днем с сохранением заработной платы. В эту дату в стране пройдет парад, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующий указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, опубликован на сайте Кремля. В 12 часов в небо можно выпустить живых голубей в честь мира, оплаченного ценой миллионов жизней. Участники акции могут использовать изображение голубя на своей аватарке в социальных сетях.